Привет всем, это канал Кинописьма, ставьте лайк, поехали. Невероятное, практически рождественское видео. В Томске 6-летняя девочка выпала из окна дома 4-го этажа, но не разбилась, а мягко приземлилась в снежный сугроб. Судя по видео, удивленный произошедшим ребенок сначала пришла в себя, немного полежав в снегу, затем выбралась наружу и в шоке отправилась обратно домой. Как все же сообщают местные СМИ, позже родители отвезли ее в больницу. Врачи подозревают у девочки перелом. Правоохранительные органы начали проверку. Напишите в комментариях, согласны ли вы с тем, что это настоящее чудо. Чтобы быть в курсе новостей, подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик.